День выборов для бескарагайцев – праздник. Этот день определит судьбу страны на следующие 7 лет. По казахской традиции шашу бабушки разбрасывали конфеты и сладости, пожелали, чтобы будущее было светлым. Бескарагайцы сегодня приняли участие в празднике, выборе будущего нашей страны, за будущее нашего поколения. Я хочу сказать, что выборы пройдут хорошо, пусть в стране будет только благополучие и мир. Уважаемые земляки, я сегодня пришла в праздничное настроение, сегодня у нас праздник, и сделала свой выбор, проголосовала за кого хотела. В регионе более 12 тысяч жителей, имеющих право голоса. На земле, простирающейся по Иртышу, чувствуется дух солидарности и единства. И праздник, и цель общие. Жители района трудятся дружно и благополучно участвуют в развитии родных регионов. В районе у нас функционирует 35 участковых избирательных комиссий. В целом по району 12 282 избирателя. На избирательных участках работа идет в штатном режиме, нарушений по участкам нет. Сегодняшние выборы в Бескарагайском районе также прошли в рамках закона. Евгений Проскурин, Нургуль Садыкова, телеканал «Семей» из Бескарагайского района.